В минувшие выходные одновременно на нескольких участках Кашхабльского района состоялся общерайонный субботник в рамках акции «День зеленых действий» по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов. В нем приняли участие работники бюджетной сферы, сотрудники администрации района и сельских поселений, работники спортивной школы, управления культуры, депутаты разных уровней и жители района. Вооружившись садовым инвентарем, участники субботника привели в порядок парки, территории, прилегающие к общественным и административным зданиям, места достопримечательностей, очистили тротуары и обочины дорог от мусора. В ходе мероприятия была привлечена специализированная техника Кашхабльского ДРСУ для покоса травы вдоль федеральных трасс.